Друзья, встречайте министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Сергей Викторович, здравствуйте. Меня зовут Илана Соколенко. Я студентка МГИМО. У меня к вам такой вопрос. У многих стран есть традиционные культурные элементы, которые ярко выделяют указанные народы. У Китая это традиционная музыка пекинской оперы, у Японии сакура и веера, у США ковбои и индейцы, но все эти элементы не являются объектом насмешки, как в России, где это балалайка, водка и медведи. Как вы считаете, как изменить отношение к традиционным русским культурным элементам в первую очередь у россиян, ну и у мира всего? Спасибо. Вы знаете, слава богу, что у нас такие символы, ну это не мы их придумывали, это от жизни все это идет, никакого решения не... тайного совещания Российской империи, ни Политбюро ЦК КПСС не было. Просто воспринимают вот нас как страну балалайки, водки. Это, во-первых, признак веселья, да, от доброго отношения к жизни. Ну и медведи – признаки нашего бережного отношения к природе. И мне кажется... Мне кажется, гораздо лучше, чтобы это вызывало такие позитивные эмоции, улыбки, чем те ассоциации, которые вызывают у многих людей вот такой символ Соединенных Штатов, как индейцы, например. Их судьба ну, даже несопоставима, хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас вон гуляют по всей стране.